Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой, друзья. Новое расширение LlamaTop от создателей TSR Fast. Вот. Оно только стартовало, а еще находится как бы в тестовом режиме. Здесь все прочтете. Регистрация наипростейшая. Прописываете логин, имейл, два раза пароль. Так, два раза пароль. Потом пол, мужчина, женщина. И дату своего рождения. Число, месяц, год. Я же войду. Вход. Видите, я сохранила логин, а надо заходить по имейлу. Вот. Сейчас переведу. Ставлю английский. Вот. Имейл. Войти. Я попала в кабинет. У меня все еще по нулям. Ничего не устанавливала, ни расширения, ничего. Так вот, сюда мы попадаем. И добро пожаловать. Устанавливаем расширение. Кликаем «Установить». Нас перебрасывает куда? Магазин Google Chrome. Так. Зарабатывайте на серфинге. Установить. Установить расширение. Так, скачивается у нас. Подождем немножко. Вот таких создателей, конечно, я не могла, друзья, пройти мимо. И вот оно, расширение, появился значок. Кликаем на... Ну, и где он? Наше расширение. Куда-то оно пропало. Так... Куда же она у меня пропала? Сейчас я посмотрю. Вот так нужно. Вот сюда я кликаю. И вот у меня здесь надо установить такой значочек. И вот она, мое расширение. Кликаем. Вот здесь баланс. Здесь вот прямо в расширении находится партнерская ссылочка. Здесь задания, игры какие-то даже есть. Включено. Переходим теперь сюда. Так. Ну что, расширение установили. Давайте себе пройдемся. У нас что? Здесь топ-задание есть. Записать видео отзыв о способах заработка на лаптоп. Выплата 150 рублей. Вступить в группу у них есть. Так, что у нас здесь? Кликаем. Неплохо даже, друзья. Так. Список заданий. Нашел баг. Это значит ошибку. 15 рублей. Записать видео отзыв о способах заработка на лаптоп. Так. Доступно. Значит, 150 рублей. Так, один клик и 1 руб плюс 6 руб ваши. Так, категория только регистрация. Так, подписаться на уведомление. Это я все проделаю. Так, подписаться еще на уведомление. Так, вступить в группу ВКонтакте. Это хорошо. Еще вступить в группу ВКонтакте. Еще вот здесь, ой, сколько здесь
заданий. И за каждое задание, друзья, нам вот по 20 копеек вот это вступить в группу идет. Далее подписаться на уведомления. Естественно, всегда подписываюсь 50 копеек. Еще на уведомления 50. Так. Один клик, это доступно. Рубль. И видео. Вот я отправлю тогда видео. Сейчас я запишу. Очень даже и неплохо. Так. Давайте теперь вернемся сюда. Так, серфинг сайтов. Задания выполнены. Вкладочка рефералы. Так, классическая ролевая онлайн игра. Забытые измерения. Играйте быстро и легко прямо в браузере. Нет, в игре я не играю. А вот, смотрите, вот такое у нас появляется тизер такой вот. Вот такая рекламка. Даже неплохо. Так, вкладочка рефералы у нас что здесь? Так, находится партнерская ссылочка. И наши рефералы будут отображаться. Так, это так, рекламодателю. Идем. Задание, посещение, ВКонтакте, Телеграм, Ютуб. Это все можно рекламить свои проекты, друзья. Рекламить есть что? Название, количество. Это все кликабельно можно установить. 10 500 рублей. Реферальная ссылочка. Так. И все страны создать. Ну, 1000 просмотров у нас. Ага. 10 000. Так. Понятно. Это аккаунт. Настройки аккаунта. Вот здесь вот это данные при регистрации указаны. Далее загрузить аватар. Кликаем вот сюда выбрать. Загружаете аватарку, нажимаете добавить. Здесь далее у нас идут рекламные, платежные реквизиты. Яндекс, Киви, Вебмани, карта и телефон. Выбираете нужный платежный реквизит, нажимаете отправить и сохраняете. Здесь помощь. Это у нас баланс. Баланс, посмотрите, у меня был по нулям уже 6 копеек. Вкладочка пополнить, чтобы рекламить наши проекты. Вот. И комиссии здесь указаны. Везде по 2%, кроме Пайра. Я так понимаю, раз Пайр указан, в дальнейшем добавится и Payr кошелек. Здесь выбираем нужную нам платежную систему. На данный момент Киви, Яндекс, телефон. И кто хочет рекламить. А, это вывод, друзья. Я показываю вам вывод. Я так полагаю, что везде от 1 рубля минималка. Здесь я не нашла, какой минимальный порог вывода. Ну, посмотрим. Я думаю, что тоже от 1 рубля вывести. Прописываем сумму, платежный реквизит. И вкладочка, нажимаем вывести, а пополнить баланс для рекламы. Сумма пополнения. И здесь пока тоже вот с карты Киви, Вебмани, Яндекс. И пополняем. Так, баланс. Далее вот здесь три точечки видим, да? Кликаем сюда. Ну, что-то. Так, выйти, поддержка и вкладочка аккаунт нажимаю. И вот так у нас симпатично выглядит аккаунт. Вот еще рекламка появилась. Ну, вывод, естественно, я буду писать видеообзор по выводу денежных средств.
Вот, будем выводить денежку, когда будет что. Я загрузила аватарку, и вот тут вот такая вот у нас картиночка. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.